докладываю по итогам призыва. Хороших результатов по призыву добились Примарии из Динжа, Буджак, Кангачик, Светло, Ферапонтьевков, Луканеш, Чешмикёй, Чедрлунга, Бежгёс, Казакле, Копчак, Тамай. Не выполнили наряд на призыв село Бишалма, Котовское, Русское Киселе, Чекмайдан, Кангат, Чалдай, Гайдар, Кирейтлунга, Баурчи и Тулия. Основными причинами невыполнения это наряды на призыв. Я считаю, как начальник отдела призыва, то, что согласно действующего положения о призыве, действующего закона, положение о призыве, утвержденном правительством номер 864 от 17 августа 2005 года, слабая взаиморабота между примариями, военкоматом и начальником специалистами по воинскому учету примарии.